Так. Ну, это мы, мне кажется, за месяц выпьем. Мое лицо на карантине. Давай, давай, прямая нога, прямая. Ты не должна за стул держаться. Без стула. Кто-то сразу подарочки видит, да, ты? Кто такая малолетка, ты? Это значит, ей малолет. Молодец. Блин, надо нам розетку придумать. Ненавижу, когда вот так провода по дому. Да, ты, Юж? Провода. Что ты там спела, когда я сказала провода? Не провода, а ты сказала, иди сюда, и я сказала. Все песни знаешь, Масянь. А еще какую? Мало-мало леточка. Это я поняла. Так. Резкие у тебя движения, да, Зави? Где ты все бегаешь-то, а? Смотрите, на ты в рюкзак все кладет. Сушки, ты можешь часа два. Еще молоко. Складывает, складывает. Берт, подожди, я ее снимаю. Ты идешь? Уточек кормить взяли, все сама съела. Ты, Юж, ты идешь? Идет. Идешь, дочь? Тяжело. Тея, ты что там, конфет переела? И все зеленое. Упала, и все зеленое. Ты чистый Шрек. Нет, помадится. Папе отдай. А что ты всем отдаешь-то? У нас уже рюкзак порвался. А где он? Это как я так умудрилась, скажи мне, пожалуйста. Спасибо, дочь спасла маму. Мой рецепт перемешаю.
Почему в российском праве никто сделки не делает инвестиционные? ФРИ, вот этот фонд, который агентство стратегических инициатив создало, вот они только делают сделки в российском праве. У нас прорыв, потому что никто не верит.